Verso Gengar. Hey, Эйбл. Здравствуй. У тебя... Помни. Мне... Ты иди.
Накину-ка я капюшон. Сюнин. Хочешь, чтобы здесь? Что? Это мой товар! Хватит, это мой заработок! Это ради блага Шира. Да ты с ума сошла. Из-за чего этот шум? Она хочет меня ограбить. Учти, вот-вот придут воины проводить меня в замок. Этот торговец везет в замок припасы. Масло, чтоб лить со стен, стрелы, щиты, еду. Я сказала, что куплю все, а он ни в какую. Твои обещания в кошель не положишь. А Идвин надежный покупатель. У меня есть предложение. Ты любишь саги? Я развлеку тебя в обмен на твой товар. Сделка странная, но я согласен. Начинай свою сагу. Ветра носили морскую соль. Ночной покой не тревожа. Простился мудрый Один и встал. Надел он из кожи обувь. Скучновато. Поживее никак. Давным-давно, до начала времен, до тебя, меня и до прочих, единым оком на мир взглянул и вздрогнул разгневанный Один. Этот Один какой-то из твоих богов? Луна горит, и тлеют моря, то Один речь говорит. И какой мне от этого прок? Хватит, слышишь? Змея вьется, Локи кричит. Сверху капает яд. Хватит, хватит! Это что, какое-то проклятие? Бежим! И что там в конце? Все умрут. Он сказал, что враг уже близко. Используем масло, чтобы застать их врасплох. Идвин не дождется подкреплений. Я уже вижу, как горят воины. И слышу их крики. Если подвести масло и припасы к сену у дороги, можно устроить врагам настоящий ад. Проверим провалиты. Встань вон там повыше и высматривай их. Я завою, когда увижу их. Что это было? Приготовься! Они совсем рядом!
Где этот торговец? Он обещал ждать нас здесь. Будет. Подождем пока тут. Прошлый лет. Ну что там, драка? Ты в кустах, что ли? Кажется, это все. Идвин будет ждать помощи, но помощь не придет. Что-то не так? Нет, нет, совсем наоборот. В монастыре твой брат сказал, что состоит в родстве с богами. Это правда? Он действительно потомок Ису? Детей архонтов? Не сочти за грубость, Фулке, но мне не понять и половины твоих речей. Извини. Порой я хочу от других слишком многого. Люди боятся вечных мук. Но ведь незнание куда страшнее. Незнание чего? Что за прекрасный вопрос? Спрашиваю иначе. Может ли твой брат быть потомком богов? Или, может быть, он сам бог? Такого не может быть. Неужто ты сама в это веришь? Не тот самозрожденный свет, что правит миром. Но меньший бог. Слабый и поддающийся соблазнам. Сигурд всего лишь человек. Сын Конунга и мой брат. Да, он много о себе думает, но он не бог. Может, этот королевский род начался с одного из них? Давным-давно. Нам некогда об этом думать, Фулке. Надо найти Гедрика, чтобы узнать, все ли готово, чтобы идти на приступ. Удачи, Эйвор. Я побуду здесь. Помолюсь за павших, прежде чем пойти за тобой. Go!
Эйвор идет! Следи, чтобы мы с тобой, Эйвор! По 20 на человека! Нас не остановят! Слава Гедрику! Нас не остановят! Этих сюда, в боевом порядке! Гедрик и победа! Гедрик. Эйвор, ты нанес Идвин пару ударов? Да, скоро она почувствует боль. Прекрасно. Мои люди жаждут идти на приступ немедленно, но это глупость. Почему? Много ловушек, а Идвин подготовилась к осаде. Сначала нас изрешетят ее спрингалды, потом обварит кипящее масло. Пусть воины будут наготове. Я проберусь внутрь и попробую что-нибудь сделать. Разрази меня гром, а ты не промах. Замок неприступен. Идвин будет стоять насмерть. Что ж, за дело. Стрелометы. Мы справимся, друзья. Коробка яйца.
нужно сделать, но уже можно идти на приступ. Гедрику пора вести людей в бой. Мы подождем. Риск слишком велик. Я Сигурд, лорд Восточной Мерсии. И мы пойдем в бой. Сейчас. Все готово? Да. Уже украсил оружие орешником и сложил стихи о победе? Я пришел к Гедрику. Так ступай. Твой хозяин ждет. Все мечтаешь о своем камне? Меня ведут не мечты, Эйвор, а видение, пророчество богов. Правда? Сегодня я принесу жертву Тюру Справедливому, предвестнику победы. Так что за пророчество? Мы готовы идти на приступ, Эйвор. Знаки сулят нам победу. Все готово. Отдавай приказ. Хорошо. Времени у нас мало. Мне сообщили, что люди короля Альфреда скоро будут здесь. Покончим с этой змеей, прежде чем она успеет нанести удар. Oh!
Thank you.
Лорд стало с гордой леди. Делай, что должен, Тен навозной кучи. Я предана своим людям и знаю, кому из нас благоволит Бог. Эйвор одолел тебя. Ему и решать твою судьбу. Что ж, ты сражалась достойно. Я поручаю тебя Гедрику. Он позаботится о тебе. Позабочусь, если отречешься от дружбы с этим горшком нечистот Альфредом. Согласна. Увести ее!
Я сдержал слово. Надеюсь, и ты свое тоже сдержишь. Ты согласен заключить союз? Да, ты здорово нам помог, спасибо. Будет нужно, обращайся. Мы вернем долг. Обращусь. А как же? Им следует поторопиться. Король Альфред и его воины вот-вот появятся. Хуже бешеных псов. Ты видишь? Это все символы древних. Ису, богов, рожденных богами. Я где-то их уже видел. Слова мне знакомы. Я... На пороге неизвестности следует быть осторожнее. Ибо кто знает, что за враг притаился там, впереди. Один раз я уже вошел в эти врата. С Сигурдом. В видении. Не один. Тысячу раз. Тысячу. Что там сказано, Сигурд? Ты понимаешь? Да. Хотя слова ускользают. Все как в тумане. Но я понимаю смысл. И вижу ясень. Вижу мировое древо. Ветви теряются в вышине. За ними путь. Все так, как ты говорил, Басим. Как ты и предсказывал. Эйвор, я не тот, кем могу казаться. Я другой. Это все злые чары, Сигурд. Это Сейд. Не слушай. Нет. Это правда. Это и есть истина. На стены! На стены! Альфред здесь! Король Уэссекса! И с ним огромное войско! Мы успеем уйти. Люди устали. У нас нет ни единого шанса. Переговоры. Просим переговоров. Я буду говорить, а король Уэссекса слушать.
Как я понял, король Альфред, здесь в Мерсии о тебе редко отзываются лестно. Но Уэссекс достаточно близко, чтобы слышать хвалы с рассвета до заката. Так возвращайся к своим подданным и предоставь дела Мерсии решать Данам. Я не уйду, пока здесь слышен ваш языческий бой. Предложи ему обмен. Прошу, никаких секретов. Покончим с этим, милорд. Предлагаю обмен. Мой лучший воин взамен твоего в знак мира. И ты уйдешь из Мерсии, а мы отступим на север, за реку Ус. Справедливо. Вулфрик, мой боевой Тен, ты пойдешь с Гедриком, брат. А из твоих? Ярл Сигурд, я готов пойти. Спасибо, Васил. Альфред! Стой! Паладин Фулке, разве ты с этими людьми? Была, государь. Чтобы забрать у Идвин то, что мое по праву. Тебе нужен только Сигурд, король. Он один стоит 20 других. Он и сам сын короля. Ты гнусная змея! И он погряз в ереси. Это чудовищно, государь. Утверждает, что он живой бог. Я вспорю тебе брюхо, тварь! Я вверяюсь тебе, король Альфред. Ибо мне не суждено пасть от твоей руки. Брат! Поверь, Господь Бог осеняет всех вас. Он опасен, государь. Поручи его мне. Делай, что должно, но не вреди ему. Во имя богов, Басим, что теперь? Я пойду следом, им от меня не уйти.
Пришло. Пришло послание. Рандви, дела в Оксенфордшире сделаны, но цена была высокой. Я так и поняла, когда пришло письмо. Тебе его прислала некая Фулке. Фулке? Это ведьма? Оно там, на столе. Фулке из Ордена Древних. Того же, в котором...
того, который Басим с Хайсомом поклялись уничтожить. Эйвор, что-то случилось? Сигурда взяли в плен. Король Альфред отдал его женщине по имени Фулке. Очень-очень опасной женщине. Чего она хочет? Не буду пересказывать бредни Фулке, но знай. Сигурд рискнул собой ради союза с Теном по имени Гедрик. Гедрик — человек честный и придет на мой зов. А пока что Басим найдет Фулке. Не пропусти его послание. Посмотрим на карту союзов. Я получила весточку из Ноттингемшира, что на севере. От твоего друга Вилли. Вилли? Не слышал о нем зим 10, если не больше. Как он? Неплохо. Вилли приглашает тебя на пир и празднество в честь его отца, Ярла Хеминга. Что ж, я согласен. Рад буду повидаться с Вилли. Стоит напомнить, что его отец, Ярл Хеминг, стал бы ценным союзником. Навестишь их? Отправлюсь в Ноттингемшир сегодня же. Они будут рады. Отлично, вы. Укажи-ка. Много не бывает. Тебе это очень пригодится. Это все? И что это? Мне пора. Надеюсь, скоро вернешься.
машинка! Уши... Пушинка! Расправь крылья, Сёнин. Пушинка! Пушинка, я рад тебя видеть. Лети.